Так же, как и в других подобных упражнениях, мы начинаем просто сидя, расслабляя тело и держа спину вертикально. Вы можете сидеть на полу, как показано на видео, или же на стуле. Дайте своему дыханию опуститься и укорениться, позволяя всем качествам, которые вы уже приобрели, пробудиться в вашем теле. Наш разум должен просочиться через наше тело, как вода сквозь губку. Мы даем сознанию заполнить форму нашего тела. Просто сядьте так и позвольте телу дышать и настроиться на занятие. Несколько минут спустя мы начинаем помешивать ци, чтобы ее разбудить. Как и в других упражнениях, ладони смотрят друг на друга и меняются местами с поворотом туловища. Верхняя ладонь расположена на уровне горла, нижняя ладонь находится под нижним дантианом у основания живота. Поворачивая корпус, прислушиваясь к тому, что происходит внутри, переключая руки ладонями друг к другу, поможет нам мобилизировать ци внутри тела и подготовить ее к продолжению упражнения.
Теперь перенесем руки на уровень солнечного сплетения. Наши руки должны быть горизонтальны. И лаогоны, то есть центры ладоней, направлены к солнечному сплетению. Ладони слегка растянуты, чтобы помочь открыть лаогон, и внимание направлено на ту же область, куда смотрят ладони. Не применяйте сильное намерение, просто мягко вслушивайтесь в область солнечного сплетения и позвольте ци начать собираться в этой области. По теории китайской медицины, эта область называется центральным амбаром или центральным желудком. Эта область является элементом земли в теле. Место, которое управляет ци элемента земли и ци пищеварения. Теперь мы переведем руки к солнечному сплетению, к области тела под названием «желтый двор». Ладони лежат одна на другой, и мы прикасаемся к телу. Не имеет значения, какая рука снаружи. Не беспокойтесь о том, мужское это или женское положение рук. Просто положите руки в наиболее удобную для вас позицию. Убедитесь, что лаогон, центр одной ладони, находится непосредственно над центром другой, и оба лежат на солнечном сплетении, в районе желтого двора. Направьте ваше внимание на пространство за вашими ладонями, но не применяйте сильное намерение, так как это приведет к застою ци. Будьте более непринужденны, как будто вас это мало интересует. Мы спокойно и комфортабельно дышим, прислушиваясь к этому месту, и этим мы гармонизируем элемент земли.
Теперь мы отведем руки чуть дальше от тела и начнем их открывать и закрывать. Лаогоны продолжают указывать на солнечное сплетение. Вдыхая, мы открываем центр туловища, а выдыхая, закрываем. Идея заключается в том, что движение происходит от центра туловища, от желтого двора, а не от рук. Если вы следуете за видео, вы заметите, что мои плечи и локти почти не движутся. Растяжение происходит изнутри, а не снаружи. Я пульсирую область солнечного сплетения глубоко в центре туловища. Некоторым удобно координировать это действие с дыханием. Другие делают это чуть побыстрее, как и я. Скорость не важна. Со временем вы почувствуете, как ци начинает двигаться от солнечного сплетения по всему телу, доходя даже до рук. Таким образом, мы поощряем движение ци от центра к конечностям. Теперь мы поставим ладони на коленки, повернув их слегка внутрь, чтобы локти немного разошлись. Мы будем скручивать тело из одной стороны в другую. Но это кручение должно происходить не в позвоночнике, а в середине туловища, в районе земли. Позвоночник, конечно же, будет поворачиваться, но это движение должно произойти в результате скручивания от центра. Представьте себе, что глубоко в середине тела, между позвоночником и солнечным сплетением, находится точка поворота. Мы размеренно и спокойно дышим, прислушиваясь к области солнечного сплетения, скручиваясь из одной стороны в другую. Это действие скручивает и выжимает район элемента Земли, одновременно упражняя диафрагму, вовлекая каналы селезенки и желудка. Это движение очень сильно влияет на пищеварение и на элемент земли. Если вы пожелаете усилить эффект, то приподнимите немного грудную клетку от таза, чтобы поясница растянулась. Когда мы отдаляем ребра от таза и таким образом растягиваем туловище, мы открываем брюшную полость, растягиваем в ней ткани, кишечник. И это создает более мощный эффект на энергии, связанные с пищеварением.
Как и в других упражнениях, здесь есть своя мудра. Работая с элементом земли, мы собираем пальцы в кулак, пряча большой палец внутри. Мы просто образуем мягкий кулачок вокруг большого пальца. Большой палец закрывает лаогун, и мы ложим кулаки на колени пальцами вниз. Будьте комфортабельны и расслаблены. Действие этой мудры также стимулирует область земли. Она подогревает огни пищеварения и подпитывает селезенку и желудок. На мудре фокусироваться не нужно. Как только мы ее сделали, мы, как и в самом начале, просто даем нашему сознанию пропитаться через все тело, а мудра будет работать сама по себе. Мы просто оказываем внимание телу, позволяя ему натурально дышать. В конце нашего занятия мы возвращаемся к позиции с руками на коленях. Мы даем разуму пропитаться через все тело, наблюдая за тем, как продолжаются эффекты нашего занятия. Наверное, вы заметили, что фокус всего занятия лежал на единой области тела, на солнечном сплетении, желтом дворе. Причина того, эта область является командным центром элемента Земли в нашем организме. Поэтому мы с ним целенаправленно работали, фокусировались на нем, прислушивались, прилагали руки, скручивали его. А теперь мы даем ЦИ в этом месте делать то, что она хочет. Мы не вмешиваемся. Просто оказываем наше внимание телу, подобно воде, пропитывающейся сквозь губку. Несколько минут мы спокойно, комфортабельно сидим.
И, как обычно, в завершении наших занятий мы трем друг от друга ладони, стимулируя на их поверхности ци. А затем трижды с силой массируем почки, трем вверх и вниз. Сделав такой массаж три раза, мы теперь переходим к лицу. Мы трем ладони, на секундочку накладываем их на глаза, а затем проводим ладонями по вискам и за ушами, и вниз по шее. Хотим убедиться, что ци не застряла в голове и ничего не поднимается вверх.